На арену Стрелки приглашается Кривошей Артем по прозвищу Спартак. И Никогасян Вилен по прозвищу Вилен. Итак, несколько слов о наших бойцах. Кривошей Артем. Студент бразильского джиу-джитсу. 3 года. В спортивном клубе Грифон Тим. Легкий вес. 175 сантиметров. 65 килограмм. Пришел проверить свои силы. Город Симферополь. Поддержите Артема. Его соперник Никогасян Вилен также решил попробовать свои силы в данном виде спорта. Студент, смешанное единоборство, 1,5 года. Клуб «Боевая Русь» Евпатория. Вес 65 килограмм, рост 177 сантиметров. Ну что ж, начнем. Пойдем на середину. Закрой руки. Затылок не бьем, пальцем сзади тыкаем, в пах не бьем, позвоночник не бьем. Слушай внимательно мои команды. Разошлись по углам. Боец готов? Боец готов? Бой! Итак, схватка начинается. Поддерживаем бойцов с самого начала. Я не слышу поддержки. И повторяю против Симферополя. Ой-ой-ой, как пропустил-то. Не слышу трибуны. Бойцы активнее, подниму стойку. Итак, будем продолжать за партере. Не останавливайтесь, парни. Мы за вас болеем, между прочим. Держите своего спортсмена. Клен сверху. Мне пытается выйти на болевой. Что? Песок в глаза. Поддержите парней. Прошу помочь спортсмена. Внимание организатора. Прямо перед болевым песок. Еще если будут такое замечать, останавливать не буду, пока до выхода болевого, с болевого. Потому что прямо перед пяткой песок такого быть не может. Итак, просто ради интереса, кто за кого сейчас болеет? Болельщики Вилена. Болельщики Артема. Артема, либо злости Вилену. Но я надеюсь на действительно хорошее продолжение этого боя. Действительно, достойные соперники. Поддержите парней. Боец готов. Бой. Спартак, держись. Работай, давай. Ногами работай. Ой-ой-ой. Берем сверху. Спартак идет на удушающий. Нет, просто захват. Вилен, держись. Артем, не останавливайся. Бойцы активнее, здесь времени нету. Поэтому лучше закончить пораньше. Шею отжимай. Громче. Трибуны. Спартак или Вилен? Не мог определиться болельщики и зрители. Действительно. Равный шанс у обоих. Свип лево, видишь, так лево упер. Спартак, держись до конца. Лево тяни его. Давай, бери один под себя. Стоп. Перчатка слетела. Пальцы засунули. Громче трибуны, пока есть время.
добавим энергии гладиаторам, настоящим мужчинам на этой арене. Руки в то же положение. Это под локоть. На счет три. Раз, два, три, бокс. Переводи на маунт. Слепуй, гоп. Держись, Спартак, как они так делают? Голубый, Идет захват на маунт. Пытается поднять. Давай. Не сдается Спартак, держится. Песок назад, но болевой держится. Не останавливаем. Нет никакого спуска пока. Есть, стоп! Сдача! Стоп! Победил Гелен Никогасян. Кому было не ясно. Громче, громче, громче! Наша поддержка Гелену! И большое спасибо Артему! Парни! Получите свои заслуженные медали и дипломы. Мы, естественно, поддерживаем трибунами этих спортсменов и несколько слов по традиции по окончанию поединка. Начнем с победителя. Что скажешь? Это, конечно, не борцовский ковер, но мне понравилось. Спасибо всем. Артем, пару слов. Как тебе болевой? Болевой хороший, песок невкусный. Песок невкусный. Еще придешь? Вен, еще придешь? Господа, специально в следующий раз для вас песок будет сахарный, будет сладкий, вкусный.